Садитесь и пойте, мистер Фриман. Всем привет, с вами, как всегда, я Дезертир. И даже с доказательства могу написать вот такой логотипчик, да. Вот так вот. Вот. В общем, всем привет, с вами, как всегда, действительно я. Со мной играет персончик, мы играем в Half-Life. И вот весело, я не знаю, когда эта запись выйдет, но, наверное, не скоро по отношению к тому, когда мы ее записываем. Ну что, пойдем? Да, всем привет. Всем привет, Барни! Hey, Gordon. Да твою мать, он все равно говорит по-английски. Like, короче, я не знаю, у меня какая-то проблема, я не могу ее изменить. Может, у меня тоже проблема? Вообще должна, по идее, ты сервер создаешь, что у тебя какая-то проблема, по идее. Хотя... Я вам по-русски говорю, я прям поставил русский язык. Ну, у тебя по-английски же. Смотри, мы в черный месяц что-то забыли. А, это была наша функа. Вау! Какая неожиданность. В общем, ты на сложный создал, да? Да-да-да. О, зашибись. Ну, короче, на сложном будем проходить. И вот это в доказательство того, что у меня у Элки действительно сильно лагает, я вот вам доказываю. А, меня забили! Больно! Так, бежим. А ты помнишь, куда здесь бежать? Да. Я помню, куда здесь бежать. Открываем все двери, выбегаем, такие бежим, такие бежим, бежим, такие прячемся, такие бежим, снова прячемся, о. Снова бежим. Такие, оба! И падаем. Так, нам туда? Да, там разбивай. Че, по второму кругу? Кого развивать? По третьему. По вагону, даст. Да я в... А, тебя там сейчас убьют. Да никто меня там не убьет. Эй-эй. Да тебя там сейчас убьют. Я почему-то он с лестницы не слезает. Вот, все, зашибись. Да можно в них спокойно стрелять, вообще не париться. Спокойно стрелять? Из чего? Так, аккуратно, не разбивая эти. Лишь бы они не попали. Уйди, бочка! Уу! Я, мой арм! 42 хп! Все, мы выжили! А мужики просто! Изи катка! Так, кто берет первый пистолет? Какой пистолет? А сейчас будет пистолет. А я думаю, нам обоим должны дать. Нет, нам одному дадут, а потом второму. Кто первый берет? Хилк. Тебе надо хилку? Не, ну да, надо. Немножко. А тут две хилки. Иди на следующую, я это уже взял. А, тут лучше это продумано. Да. Все, тогда подожди меня сейчас, подожди. Давай. Подожди, там два чувака будет, нам надо и будет их вырубить. Я сидячего вырубаю. Вот этого. А ты того вырубай. Отлично. Мне дали пистолет. Эй, я застрял! Баба! Да твою мать! Застрели бабу. Никак. А ты что с электрической? Перезапускаем. Перезапускаем, я серьезно. А как? Она не отойдет отсюда. Просто запускай седьмой уровень. Ну, то же самое, только 7. А, вот пусть он меня убьет. Ты меня не убьешь, слота. Тебе слабо это сделать. Давай. Пускай он тебя убьет. Все, а ты там сиди. Сейчас я возрождусь. Давай. Не трать. Блин, на нее у меня 9 патронов. Я говорю, не трать на нее патроны. Так не на нее, там еще один. На него. Беги! Хедшот! Стой, дай пистолет, стой! Дай пистолет, пистолет дай! Бери. О, спасибо. Смотри фокус. Он не может стрелять, когда ты вплотную к нему подходишь. Ну, там дают патроны. Тебе что все равно патроны дают? Нам обоим дают? Нет. Дают тому, кто их подбирает. Их подбираешь, как правило, ты. Ладно. Значит, все справедливо. Так, надо ждать теперь поезда. Дезертирка. Представляет. Ну, такой 3D-логотип получился. С любой стороны смотришь, а он прикольный. Я не знаю, конечно, как ты, а я люблю лично вот так вот всегда делать, смотри. Такой раз и промахнулся. Я так и думал. У меня, кстати, с Элкиным на записи так же получилось. О, господи. Эй, по мне стреляют здесь.
Иди по трошке там, подбери у них. По дорожке. О, поезд остановился. А он вообще всегда останавливался, представляешься? Да? Да. О, у них граната была, кстати. Походу. Круто. А у меня 30 хп. У меня дохрена патронов. Он, кстати, всегда останавливался. Боже. Что? Для таких криворуких. Хотел доказать, что у меня лагало, и поэтому я так хреново выиграл. Но нет! Я сейчас не лагаю. Ты так же хреново играешь. Да-да-да-да. Я прополз, все. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Забери патроны там. Все. Ты что-то как-то... Где вообще? Да я там за патроном. Хорош. Хорош. Такой джерёнимо прям, джерёнимо. Бежим такой, бежим, бежим такой, бежим, бежим. Ай-яй-яй. О, хилка. Так. Ну, вылазьте вы, сволочи. Ладно, давай просто пробежим. Давай. С выбора-то сам. А-а-а! Аккуратно. Ай. Ну лучше так, чем. О, броник. Стреляй уже на патрон. Там спускаются к нам. Я пробью их. Просто нечто. Стой, стой. Воу-воу-воу. Я вообще столкнуть хотел, а получилось как-то не то, что я ждал. Воу. Откуда их так много-то? Что-то их, по-моему, меньше должно было быть, не? Ой-ой-ой, их там действительно дофига. Далеко, главное, не убегай. Вниз, главное, не спрыгивай. Да-да-да. Значит, я не подымусь. Патроны. Все, у меня 30 патронов, в принципе. Там еще дофига так-то патронов. Я бы так-то подобрал немножко. Даже хилка есть, секрет тебе скажу. Половинку хилки себе заберу, половинку тебе оставлю. Давай. Нормально, пойдет. Так, там к нам еще двое снизу идут. Ну, короче, бежим. Давай, давай. Всю хилку израсходовал, вообще, да. Да у меня и то хп мало. У меня 90. Ну-ка, иди-ка сюда. Иди сюда, иди сюда. Не-не-не-не-не. Подожди, иди сюда. А ты хрень бери. Которая хилка. Хилку бери. Че? Дофига ли ты убиваешь, я же не стреляю. Все, взял хилку. Синерджи, кальбайба. У меня фул хп. У меня тоже, представься. Опа! А ты вот так умеешь прыгать? Короче, я доплыл до конца уже. Молодец! Не, в пятку боль. Попали. Боль. Я на лестницу зайти. Пришлось прыгнуть, чтобы зайти на лестницу. Твою мать, ты меня напугал. Как у тебя глаз красный. Смотри, а так чистый. Такой, хопа, магия, смотри. Че? Ну, смотри на него. Смотришь? Но, да. Магия. Не, нету магии. Да нету магии? Ну включи фонарик на него, направь. Убери и включи, убери, включи. Ага. Магия. 45 секунд смена уровня. А. Ясно, понятно. Неожиданно, да?
Да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Только жди. Так. Помни, что у меня еще нет. Так, сейчас на нас рухнет эта вся байда. Не рухнет, если ты аккуратно это все будешь делать. Она всегда рухнет. Вне зависимости от того, как ты это делаешь, по секрету я скажу. Да? Да. Стой, стой, я всегда любил это. Стой, я не вижу, я не вижу. Ну? А? Ну? Сволочь! Птицу сожрал и больше не хочет. Ладно. Every year. Че, умер там что-то? Нет, ну сейчас умру. Фигаль, ты там умрешь, если я всех убил? Там на улице, знаешь, сколько еще? О, ты здесь откуда? Все, вылезаю. Все, броник забрал. Давай я за тобой спрячусь. Ну ты косой. Я стреляю ровно по нему. Понятно. Ну ты че убиваешь, а не внизу? Я спрятался. Хрена не вижу за эту дуру. Мэр! Умри! А. Кстати, не забудь бочку уничтожить. Которые над нами. Да у меня 17 хп. 12. Фак! Но я убил его! Эпик фейл! Так, да, я теперь постреляю. Да, я на лестнице зайти не могу. Уничтожь, пожалуйста, бочку наверху. Какую бочку? А? Вот это. Господи, да чё он не попадает? Сверху, 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 сверху. Все, побежали. Ля-ля-ля-ля. Птичку возьми, зайди. Да у меня, ну да, все. Ты куда пошел-то? А я тут как бы две аптечки лежало. Привет. Так, а тут можно подняться? Блин, прикинь, нельзя. Я убил барнакла. Барнакл няша. Ты там скоро? Бегу, бегу. О, логотипы. Я ачивку выполнял на эти логотипы. Найти все логотипы по ходу сюжета. Так там как бы не в логотипах дело. Не, надо логотип. Ну, как бы эти логотипы секретные места обозначают. Ну да. Чё ты? Криво прыгнул. Сейчас бочки скинут. Я в курсе. У
Вау. Я всегда как-то под водой переживал. Ну, а тут видишь, ты запрыгнул. Мне можно было подождать. Так, сейчас тут будет вертушка. Так, я с левым, ты с правым, окей? Давай. Ха. Еще кто-то? Все. А! Так, здесь важно тихо только в бочку не стрелять. Я думаю, ты помнишь эту фигню. Угу. Тяни, тварь! Да что ж ты, зачем так рано-то, нахрена? Молодец. Это я не стрелял. Ой! Хо-хо-хо! Что? Бомбануло, смотри как. Только я умер. А что ты сделал? Так бочку взорвал вместе с ними, со всеми. Оставь мне хилок. Да вот, тут три штуки лежит. Дайте еще. Так, быстро просто прилетаем под этой. Прям на пофиг. Ты идешь под водой. А я иду под водой. Дай больно. Ой, прям на бочке, сука, ну почему? Стой, жди, 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 живи, жди, жди, живи, жди, 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 живи. Давай, давай. Жди, живи. Потому что там конец уровня. Я должен был взять патроны, но еще какой смысл? Какие патроны? Ну, у меня же патроны выпали. А, я, кстати, мог твои патроны подобрать, а потом тебе их выкинуть. Нет. Да, тут можно выкидывать патроны. Насколько я знаю, нет. По-моему... Нет, лечить можно, патроны выкидывать нет. Там выкинуть боеприпас. И на какую-то кнопку? А, ща посмотрю. Посмотри, а я пока... Так, бросить оружие, кнопка N, бросить патроны, кнопка B. Но... О, вон, видишь, выкинул. Где? Ну вот, смотри. А, вижу. Слушай, реально. А, у нас произошел стандартный глюк. Смотри. Ты, тебе не кажется, что здесь что-то не хватает? А, например? Каких-нибудь бочек? Нет, здесь чего-то другого не хватает. Не лестниц? Нет, вот тут вот должна быть большая такая платформа, в которую мы должны загрузить были кирпичами. Ага. Ага, поэтому прописываю нокль. Мы не просим. Нет, подожди. Лесенка, лесенка. Это очень геморройно. Раз, два, три, четыре, пять. Это очень геморройно. Слишком. Ты что, запрыгнуть же не можешь? У меня лаг какой-то. Я не прыгаю. Со стороны так смешно смотрится. Ой. Всю пирамиду раскурочил. Сейчас все будет. Только там проблема в том, что последнюю именно надо поставить с таймя. Нормально, тут кирпичей до жопы. Я проблема сейчас... в том, что у него не очень высокий прыжок. Я сейчас такую египетскую пирамиду. Я чуть сам не упал. Так, мне кажется, или ты кирпич стырил? Отдай! Их тут хоть и много, но они не бесконечны. Дезертир! Твою налево. Ты мне пирамиду всю разрушил. Что ж ты за паразит? Дизлайк ему, короче, за это. Сразу же. Без раздумок. Ладно.
ты там запрыгнешь. Не, на самом деле я вот сюда просто хотел запрыгнуть. Верхнюю хрень. Ладно. Тут давай. Там подними себе, как он называется, броню. Все, я поднял. Гранату. Пойдем. Граната и броник. Круто. Все, побежали. Вертолет сейчас нас будет атаковать, в общем. Ты чё по мне стреляешь, а? И нам нужно резким жопом пробежаться в ту сторону. Воу, воу, воу. Чудо-распрыжка всегда поможет. Я... Ну, сбежишь, в общем, в дверь, да? Мне там тоже пятую точку немножко подвеселили. Фак! Тебя убили, да? Вот он нашел секрет. Роман. Да, забрал всю броню, но оставил тебе все хилки. Ты к нему патроны свои забрал. А вон сзади. А, ну ладно, мне хватит. Тут еще патроны. Да, вот еще тут патроны. Еще вот там гранатка должна быть, я помню. Эй, дай гранатку, у меня нет гранатки. Что там написано, кстати? Где граната? Head. Где? Хантер. А, это мой ярлык. А, попрыгунчики. Head Hunter. Ну. Я с трейфом быстрее, как и всегда. Так, берем вот эту бочку. Трейф распрыжкой. Рано, давай. Такой. А, там еще. А, не, обломки схавали. Ну, как бы так и должно быть, вообще хорошее. На самом деле можно сделать проще. Можно сначала пропустить, да, нет, а потом туда. Вот эту хрень, а потом пройти самому сюда в бок и. Не-не-не, смотри, сейчас все будет. А! Ты меня чуть не убил! Я оттуда выжил посмотреть, главное. Так, чё, куда? Направо, налево, налево. Патроны сзади. И спереди. Да у меня полная. Так, я помню, здесь нужно будет быть аккуратным. Тут сейчас будут всякие штучки, так, дрючки. А, тут сейчас будет, короче, место, где надо выстрелить и убить кучу сразу резаков. Так что поаккуратнее, пожалуйста. Особо не беги вперед. Отойди. Отойди. Там сейчас, вот, по-моему, будет. Нет? Нет. И здесь еще. Потолоханул. А, вот, кстати, потолок не разрушай, только я надеюсь, хотя бы ты помнишь про то, что тут есть. Эй, ты чё все сломал? А чё, этот придурок сам все сломал? Ладно. Запрыгнем отсюда. Оп. Ой, я что-то ударился. А там, собственно, нет вообще ничего. Ну, я так что-то ударился. Эй! Кусок зелья. О, пилы. Так, вот, кстати, мы будем все нычки показывать или фиг с ними? Ну, да, я думаю, нет. О, стой. Хо-хо-хо. Это очень плохое место. О, я броником затарился. Все, бежим. Бежим. Да. А? А чё всего две? Ты чё там закрылся? Так. О, хилка, патроны. Ничего не надо. Чё-то мы, кстати, с тобой как-то борзо идем, у нас дофига патронов, хилок. Так это ж хорошо. Так это на сложном еще к тому же. Эй, пробегай. А я не помню, где они. А, они сверху. Ха-ха-ха.
Да дверь закрывайся, ё-моё. О, этот профессор. Так. Кейси. А, нет, я не возьму. А, нет, возьму. А вот там зал. Сейчас увидишь. Смотри. Отойди. А, ну ты сюда-то, собственно, забрался. Убивай тогда этого. Зачем? Просто фомки. Тебе хилки нужны? Лично, да. Не, ну. Нет, один хп у меня не хватает. О, автомат. Тебе тоже, да? Ништяк. А, так, там сейчас, по-моему, этот будет. Комбайн нас ждать. Кухонный. Коп метро. Так, мы обратно пришли. Ну, нам сюда и надо. Спускайся. А. О, привет. А, рука. Так, я с гранатой. Там она одна. Там хилки есть. Ну, точно. Правда, ты ее сейчас возьмешь? А, мне. Я только часть беру. О, броник. Блин, забрал. Фига себе, три гранаты. Эй! Выкинь мне одну. На что? На Б. Я не знаю, правда, что ты выкинешь на Б. Опа. А! Выкинул, мать его. О, на Н, а не на Б. Ну там Н, Б. Б это. Б это хилка. Ты меня, кстати, подлечить можешь. Б это... А, Н это оружие, да, а Б это хилка. Я тебе могу автомат выкинуть. Так. У меня тут подствольники-то есть? Нету. Так, или есть? Сюда. Нет, нет. Вот здесь вот ничего нет, да? А, собственно, на самом деле, по-моему, вот так вот можно было сюда запрыгнуть. Ну, что-то у меня... Это не получается. Так, пилы. Можешь мне поможешь? Кто не мне пилит? Все, отлично. Еще. А! Мать его. Так, мне нужно больше, чтобы ты меня похилил. Ага, окей. Зашибись просто. Вон тебе хилка, выпал. Просто ни о чем вообще. Я не успел его убить просто со всех сторон. Стреляли. У тебя есть что подхилить, не? Ноль. Мсти за меня, мужик, мсти. Жди и мсти. О, у меня первая смерть осталась. Блин! О, боже. А, у меня, слышишь, меня чувак сказал такой дежавю. Похоже, это уже было. Я уже это видел. Ну чё? Жди, 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 жди. Уйди вниз, уйди вниз на всякий случай. Ты же не дай бог тебя убьют. Будет совсем печально. Что-то мы как-то тупим на одном месте. Бывает. Все? Пойдем? Угу. Ах ты, ты мои грены стырил. Да? Да. О, блин! 11 хп. Вот это меня порнуло сейчас. Да, блин! Thank you.
Так, проходим. Уверенно. Медленно, но верно. Ае. О, там внизу, короче, это самое. Более того, я даже в курсе, где он конкретно. Все ведь забрал. Нет, вот там еще есть. Я не подхожу так. Да тут ничего и нет. Нифига там патронов, слышишь? Да у меня полный. Мне бы хилку. О, у меня 5 хп есть свободно. Хочешь, я тебе 5 хп добавлю? Хочешь, я тебе 3-4 хп добавлю? Давай. Молодец. На H. Да, кстати, реально на H. Б это выкинуть пушку. А, нет, Б это патроны, Н это пушка. Которую ты в руках в данный момент делаешь. Так, я помню, тут куча чуваков будет. И они будут по нам шмалять бочку. Вау. Фух. В общем, я тоже как-то выжил. Как же мне повезло. Просто сбегаем внутрь быстро. Ай, сзади. Какого хрена я мне 100 пуль выпустил, блин, она не сломалась вообще. Просто забегаем быстро. Да вообще не сломалась, чувак. Так, тебя похилить опять, да? Да. Стой. Take this medkit. Take this medkit. Here, have a medkit. Fix that mess, get. Тебе. Все что ли? Ты мне 4 хп не дохилил. В этот раз. Ах ты. В этот раз это все, что я мог. Да, да, конечно, отмазался. В этот раз я хуже это сделал. Все? Блин, с лестницы стрелять неудобно. А я вроде ничего не стрелял. Так, давай их подождем все-таки. Вон они. Отлично. Фига там в нее нужно было влить просто. Давай бей что сзади меня, а я буду бить что спереди. Давайте, вырезайте, твари. Ладно, проще делаю. Все? Отлично. Броня. Фигово тут нельзя сохраниться, типа как F6 там, да? А тут патроны вначале дают, зато много сразу. Так, тихо. Знаешь, есть два варианта, разрушать или не разрушать. Знаешь, что я делал в свое время? Я вот эти все бочки вместе складывал, и они, короче, бабахали фейерверком. Ух, было зрелище. Ух, так, я бочку убился. Да. Стой, жди. Твое мясо. Стой, жди, там мое мясо, погоди. Жди. Сейчас я свое мясо должен подобрать. Нет, твое мясо исчезло. Так. Так вот, здесь, в общем, есть такой прикол, что чисто в теории, если у меня, конечно, получится. Чёртова хрень. Короче, мне нужна одна бочка сюда наверх. Закинешь, оп, сможешь? Тут как раз я пытаюсь ее сейчас перевернуть. Нет, вот сможешь мне ее отпустить, и я ее кину. И я ее подберу.
Зачем тебе ее подбирать? А там, короче, тайничок есть. Я знаю, но так я ее пытаюсь сейчас вот в таком вот положении сюда достать. За Е. А куда бочка делась? Внизу упала, вон она, вон там. Слушай, а ты можешь меня подсадить? Попробуй. Нет, ты просто... Давай тогда, пока я тут, ты мне бочку подкинь, я сейчас ее попробую взять. Ай-ай-ай, еще раз. Так. Блин. Ты просто отпускай в этот момент бочку. Ой. О-о-о, фига там. Отпусти, тихо, бочку забыл. Да ёп. Да блин, я пытаюсь бочку взять на лестнице, он тупо отпускает с нее. Да ёб парасоте, чё за нафиг? Короче, смотри, сейчас возьму. Нормально взял. Вообще шикарно, да? Ой. Сам не лучше. Это, по-моему, все делается проще, когда здесь вода наберется. Нет? А толку-то? Она набирается все равно только до трубы. Нет, ты так не подни... А, ну ладно. Да? Поднял? Лоу! Ну-ка, на, батя покажет. Ай-яй. Батя показал. Два дебила страдают фигней. Короче, давай. Короче. Ты мне бочку просто передашь и все. Я не могу выбраться оттуда, пока ты Е не нажмешь. Не, я не буду нажимать. Нет! Не успел. Не успел. Все, ладно. Давай, пробуем еще раз. Тихо. Давай, отпускай. Все, фух, я это сделал. Красавчик! Я в основном как раз из-за вот этого конкретно тайника боялся, что будем мы показывать или не будем. Потому что там что? Там арбалет! Или арбалет. Арбалет за стрелами, изучай. Это радость для моей попы. Для твоей попы? Да, смотри, какую я сверкающую штучку подобрал. Так, а вот сейчас я больно упаду вниз. Потому что отсюда, по-моему, никак не спастись. Да. Я был прав. И я еще раз. Но зато есть арбалет. Блин, а мне нету арбалета. Мне только лук и остались. Стрели. Стрели и лука остались. Ну, это как бы арматурины. Да-да-да. Че, ты не смог оттуда нормально спрыгнуть? Давай, покажи, как батька делает, давай. Такой сейчас сам бам упал. Выпендривался еще сколько. Стой там уж, ладно, фиг с тобой. Ай. Что ты там? Поднимешь воду? Да. Печку подниму. А теперь выйти и воду поднять. Где у нас там вода? Вода. 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 Ой-ой, вода быстро поднимается, я сейчас задохнусь. Нет, нет, нет. Ты не задохнешься. Так, теперь надо ломать доски, да? В самом низу. А я кислород, кислород, кислород. Да нам одна доска нужна всего. Эй, а чё она сломалась? Наверное, потому что ты ее сломал. Я не ударял по ней. Ну, один раз, но она после этого она не сломалась. Ожидание Тима. Ты где? Ну, запрыгнул, одной доски хватает, чтобы запрыгнуть вообще-то. Тут даже не доска, тут это катушка. Ну да, 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 да. Ушка!